Швеции. Да, на самом деле там неплохо. Страшные, бедные. Прямо. Все время прямо. Ты как я понимаю, что да? Раз. Прикрыт косплей снайпер. Честно? Вон на дороге такие небольшие, небольшие. Поворот ты видел, потом сворачивай. Вон дорогу ты видел. Санек, ты уж и не думаешь, что ты убил. Санек тоже после суток не спавший будет. Женя, хватит. Я меня отломаю, Ленинград. Ну-ка, аккуратно с деревом, там моя машина. Все как по бумеру, на-нах. Охуенно будет. Нет, я имею в виду, я хочу... Чего я хотел отрубить, чтобы положить сюда, прикинь? Да, да, да. Я для тебя останусь светом! Давайте песни петь, включим какой-нибудь диск. Не будем их вот этот, что стоит байда? Я не Курский есть. Все, я курю и спать. Давайте на... Да я уже не ем. Говоришь, не говорю, убери мишку. Ну, убери байду. Сам ты байда, ты это есть будешь. Ты на первый же проснешься. Ты не пугаешь? Я? Нет, я тебе готовлю к этому. Смотри, а перед этим орал зажигал. А давай какую-нибудь английскую песню начнем петь. Пловец, ты пойми, что вот. Ты слыхал. Не Шрё. Хочу я ничего понимать. Я на природе. Холоп, холоп, да. Wake up. Go. Маха, 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 маха. Это с другой песни. Как ты шмири, кири, мири. Нифига себе. Как ты что, Римори? Новый саундтрек? Ну-ка. И новый хит сезона. Маха. О, побегает, куда ползает. Это текст, это текст. Это очковая гусеница. Не дай бог. Это хуже. Это хуже? Такой, смотри, задумчивости, блядь, замер. Выспался, солдат. Кто солдат? Кто солдат? Убери свои руки. Кто солдат? Кто солдат? Убери свои руки. Это финиш получается. Блять, пойду. А где ключи? У Димы, да? Че, у меня? Давай. Зачем? Камеру достану.
не погоришься. Давайте дрям. О, вот я об этом говорю. Да что ты вообще плохого сделал? Меня сможешь спрашивать. Я сфокусируюсь. Да, конечно. Вот, а так вообще все замечательно. Ну, правда, у нас останется еще шашлыка, чувствую. Черт знает сколько. Шашлыка останется, черт знает сколько. Оно не выдергивается. Давай, Кисяк, я тебя люблю. Пока. Дура. А смотри, она прям кусает, блядь, смотри. Пиздец, блядь, да отпусти ты. Ёб ты, блядь. Как их разъединить? Брось в воду их, они разъединятся. Брось в воду, Саныч. Главное их туда. О, все. Давай скрещивай их, может побольше повезет. А где у них пиписьки? Слышь, пиписька, брось. Это, окунь ей, достань. Это самое, как его? Она сколько еще есть? Да ладно, не ссы, Саныч, она не кусается. То есть они. Ты помог, что ли? Да. Блядь, сука, вот колючий. Акушка, тра-та-та. Интересно, они так будут развиваться? Вот что с вами будет. Смотри, какой засос. Квасутра, пост номер 26. Надо издеваться на трубу, блядь. Равно что тебе под воду запихнуть Квасутра. Квасутра 26. Эй, жимком, блядь, спаривать. Ну, всю ночь. А хуже. Там наше место. Санька, ищем дрова. О, отлично. Нет, они все живые. Чуть-чуть там. На Москву не живет. Нет.
пьют. Щупку ловили, блядь, все своими руками, вот этими руками все, да, вот эти, щупки, вот, это, вот это, вот это, вот это, они по полметра, блядь, каждый. Иди, выпускай, да? Выпускай. А я думаю, что сопки могли писать все больше, чем хотим жрать, правильно? Ну, жрачку надо зафига. Выпускай, давай. Значит, нету, давай, это, на аппарат один раз щупнемся все. Они выжили. Они уже заболели. Я на них чихал. Гальков, зачем ты собаки небритые нас снимаешь? Крольков омолодился. Крольков, блядь, теперь будет расти в обратную сторону, блядь, как в фильме ужасов. Через, блядь, 5 лет Крольков сейчас упадет. Через 5 лет Крольков станет таким вот младенцем и залезет обратно. Куда? Туда. Именно туда, откуда он вылез, блядь. Все, снимай, не снимай, не снимай, не снимай, не снимай. Мы пьяные все, не снимай. Вот, смотри, смотри, попа какая попа. Вот она, да. Сейчас зачем пощечину дам виртуально. Стой, не двигайся. По попке. О, ты моя попочка. О, да, детка, ты такая вся обтекаемая. А сейчас щелбан. Ёпты! Серёг, пойдём уже. Блядь, мы себе зубы отдадим. Мы всё зубы отдадим. Это зубовский улов, блядь, всё. Да я не знаю, дай мне телефон, можно или не можно. Чё им надо давать? Это нужно. Всё? Отравиться можно? Мы? У нас вон хаски как говна. Я и говорю, зачем нам? Завтра страна ловим, в Москву привозим. Чё у тебя пловец через А записан, это же не грамотно. Дай какую-нибудь тарелку. Саныч, дай из-под кана. Саныч. Мы сейчас будем делать. Это как лежал, так и лежит, блядь. Лучше бы их, ё-моё, пожарили. Вот и я о том же. Угу. Смотри, что ты делаешь с ней.
А знаешь что? Тут либо вот так вот положить, либо вот так вот поставить. Я тут купил, видишь, он этот коробку. Да. Мы сейчас обманем все. Похлёбку сгорит. Сейчас она под это подсолится. Грин, у тебя там уже все черное. Я знаю. Так, а чем я? Я просто не могу ее перевернуть из-за того, что она. И тут, короче, стоп нажали, да? Переодень, все, да, выключил. Переодень ее. А что ты выключил, держишь так? Ну, просто так. Просто так. Маха. Маха, маха, маха! Блядь. А что она такая стрёмная-то? Слышь? Мужик, ну так и дел. Чё-то не то. Не кажется ли тебе... Иди в нахуй, я уже звезда этого сериала, блядь. Саныч? Я же... А-а-а, в общем, дело... Нет, ты все правильно. Для нас, для моряков, вообще замечательно. Блядь, ты чё, блядь? А, какой у меня рот чистый. Покажи. Запах-то. Аромат зато. 41 минуту мы снимали. Нихуя себе. Что там такое снимали вы? Я уже устал. Ворот с антенны. С этой тележи. Давай чайку. Приехали.
Для него, конечно, удивительно. Это вообще удивительный кадр, да? Там главное. Другого нет. Слабо, ну скажи, слабо и пошли. Слабо? Тебе голову рубить будешь? Кровь пускать, яд пускать, блин, я высасываю. Я заберу за руку. Серёга, снайпер. От чего? Угу. А чё, нет? Здрасте. Здрасте. Ну тебе жизнь укорачивает, блядь. Почему? Да ты ещё раз пойдёшь блевать, такого глотнёшь. Нахрен. Наконец мы едем в Москву. Надоело.